Сегодня 26 февраля. Апелляционный военный суд в городе Власиха, который расположен, провел заседание по рассмотрению жалоб, апелляционных жалоб адвокатов на постановление Южного окружного военного суда 12 января 2021 года, которым моему подзащитному Адилову, а также иным, это Абдурахманов, Абдуллаев и Абдулгазиев, продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на 6 месяцев. Наши подзащитные участвовали из СИЗО номер 1 города Ростова по видеоконференц-связи. Я участвовал через Крымский военный гарнизонный суд в городе Симферополе. Ну, ожидаемые результаты. Единственное, такой момент интересный. Мы в соответствии с постановлением обжалуемым, которым разъяснялось, что срок обжалования 3 дня меры пресечения стража и в остальной части 10 дней. Вот. Мы обжаловали как меру пресечения, так и отказ суда первой инстанции предоставления нашим подзащитным переводчика. Однако суд апелляционной инстанции самостоятельно определил без обсуждения, что будет рассматривать апелляционные жалобы наши только в части меры пресечения, а вопрос обжалования отказа предоставления переводчика было разъяснено, что это мы будем обжаловать уже вместе с приговором итоговым. Вот. И сегодня апелляционный суд не рассматривал этот вопрос, таким образом как бы не засилил это решение суда первой инстанции. Таким образом у нас как бы остается шанс в апелляции при обжаловании приговора уже доводить до суда апелляционной инстанции и по этому основанию отменять итоговое решение по данному делу.